Солнечная Острова решила сменить гнев на милость, и последние три дня чемпионата Европы проходят при очень хорошей погоде. Погоде, которая не видна изнутри острова Ара-арены, где приходится довольствоваться исключительно спортивной ледовой составляющей. Она уже позади, эта составляющая, и вновь масса эмоций ожидает нас сейчас перед концертом показательных выступлений. Напомню, наверное, сразу, какие награды получили российские спортсмены на этом турнире. Открыли счет россыпи золотых медалей Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Продолжили Евгения Медведева и Анна Погорила. После чего в соревнованиях танцоров Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев поднялись на третью ступеньку пьедестала почета. Но мы-то с вами знаем, с каким отливом эти бронзовые медали. Ну и завершили медальный, может быть, не совсем звездопад, но, тем не менее, серьезный набор для нашей сборной. Серебро и бронза Максима Крофтона и Михаила Калиды соответственно. И что таким образом? Таким образом, есть ощущение, что мы имеем возможность увидеть всех российских спортсменов в этих показательных выступлениях из тех, кто поднимался на пьедестал почета. Похоже, что так. И это приятно. А пока Томаш Вернер и огромное количество фигуристов местного разлива. Разлив здесь неплохой, поверьте мне. Открывают показательные выступления по окончании чемпионата Европы. Всего через год в Москве, в Дворце спорта на Ходынском поле, мы будем иметь возможность воочию лицезреть, вживую смотреть и наслаждаться лучших фигуристов Европы. Ну а пока Острава. Еще не пока.